Дары осени нижегородцам. Нижегородские сельхозпроизводители представили сегодня свои товары на специальной выставке продажи. Продукты здесь можно приобрести напрямую от производителей и без наценок посредников. Я купила сушеных грибов, колбасы, вот пироги купила. Все вкусные, все свежие. Дают попробовать. Здесь посвежее, конечно. А магазин в основном ведь импортные. Выдают, как будто это наша, этикетку повесят. А здесь уж мы видим, что они уж ниоткуда-то испеченные или там мясо копченое. Сразу видно, что оно уже только-только. У нас свой собственный рыбный цех в городе Дзержинске. Мы уже были у вас в прошлом году на Нижегородской ярмарке. Люди попробовали, они нашу продукцию уже знают, в принципе. Они даже к нам в Дзержинск приезжают за ней. По поручению губернатора Нижегородской области Валерия Павловича Шанцева у нас ежегодно стало уже традицией проводить вот такую замечательную ярмарку «Дары осени». В этой ярмарке у нас участвуют более 70 производителей. Цены действительно здесь экономичные. Продукция напрямую от наших производителей. Вы видели крестьянско-фермерские хозяйства. В этом году мы получили грант от министерства. Большая, хорошая поддержка нам. На эти деньги мы приобрели, в том числе, пастеризатор для молока, полуавтомат по разливу молочной продукции. Приходилось все это делать вручную. Сейчас это все у нас автоматизировано. Мы реконструировали и вновь построили общее количество уже 560 дворовых хозяйств. Мы работаем на здоровье человека. Масло сливочное, если кто-то кушает нижегородское, оно действительно отвечает стандартам. Но самое главное, что изменилась структура сырья. 98% мы выпускаем молока как сырье первым высшим евростандартом. А было там 60 с небольшим.